укомплектованы рентгенологами, окулистами, травматологами, лор-специалистами. 280 молодых врачов и больше за 500 медсестер после размеркования пришли в установы аховы здоровья Могилевской области. За опошние 2 года, как означают у облаконками, проблема у медработников на районах амаль что вырашена. Больше за 40% молодых медицинских работников накировали у районной больницы и вёски. У многих медустановых вакансий нема, поведомили у облвыканкаме. Кадровую проблему допомогли вырашить и так званые метовые накирования. Коли после ВНУ выпускник вертается у регион, який его накировывал. Они обязаны отработать 5 лет, тем более 5 лет уже вот у нас последние 3 года они отрабатывают 5 лет. И даже если они уходят в декрет на 3 года, они все равно возвращаются, 2 года они должны отработать. А проходит 5 лет, они остаются? В принципе, конечно, большая часть из них остается. На вырашение кадровой проблемы поуплывали подрыхтовка врачов агульной практики. У основным яны працуют у амбулаториях и могут на месте оказать допомогу и дать консультацию, например, за место куліста ти лор-урача. Сёлета у медустановы в области приехали 66 таких специалистов.